Ну, типа бы, ну вот тут. Ну вот. Что успели сделать за это время? Мы провели терморебилитацию здания, видите, снизу мы утеплили его и отштукатурили. Потом мы поставили со всех сторон окна, двери. В помещении стало очень светло по сравнению с тем, что было раньше. По фасаду планируем здесь нарисовать граффити. Да, граффити. Да. Граффити разрабатывались в стиле, на который разрисована вся улица Октябрьская, для того, чтобы это вошло в одну общую концепцию и было как-то едино, и мы не выбивались. Здесь будем красить эту стену. Красить, да. Но она, видишь, какая вся разномастная такая получается. Ее проще покрасить в один цвет. Еще с третьей стороны мы оставим оригинальный фасад, как он есть. То есть мы его даже не будем красить. Там красивый красный кирпич, еще послевоенная постройка, поэтому оставляем все как есть. С четверга мы прям начнем очень быстро ускоряться. Мы там уже доделали в каких-то наших головах дизайн-проект наш, который уже полностью сложилась картинка, поэтому мы сейчас активно начинаем действовать. Пойдем внутрь. Смотрите, здесь мы тоже вот выстроили стенку. Также уже мы развесили батареи, нашли для них точки, где они будут стоять. Плюс мы стены будем сейчас тоже перекрашивать. Это вот база есть оранжевого цвета. И мы наверх на нее будем валиком по технологии сухого валика катать белый цвет. То есть, потому что оранжевый — это все-таки наш стиль, наш фирменный стиль, это цвет нашего трака. Ну и белым так создать просто атмосферу такую. Так будет висеть такая люстра в виде спирали ДНК. То есть, как бы, ну, наш же логотип Burger Lab — это бургер в спирали ДНК. Да, и вот у нас на траке нарисована такая. И здесь мы сделаем люстру такую тоже в форме спирали ДНК. Здесь будет горячее оборудование, гриль, фритюр, плита. Над ними будет вытяжка. И там будут стоять холодильники. Вот здесь, вот в этой нише, у нас будет холодильник с пивными кегами. И для того, чтобы пиво было всегда холодным, и вот здесь прорыли траншеи, и в ней будут идти сразу же пивные шланги. Ну, то есть, чтобы ты не ходил и не цеплялся ногами, а они у тебя сразу же проложены под землей. Там будет у нас гардероб для персонала и склад. А Андрей как раз занимается его строительством. Привет, привет, народ. Это первый вообще в республике Beauty Court. Здесь будет open space, открытое пространство. Оно будет зонироваться небольшими кусками. И здесь будет более 10 брендов, которые будут оказывать различные виды услуг. И в большой такой адской кухне, коллаборации мы будем работать. У нас есть уже готовый дизайн-проект, и мы сейчас пойдем заниматься подбором оборудования для нашей кухни. Всем привет, меня зовут Виталик, я директор компании «Гастробизнес». К нам обратились ребята по открытию объектов на улице Октябрьская. Начинаем с того, что мы делаем технологический проект. Сейчас мы вам его покажем, как мы все спроектировали. То оборудование, на котором будут идти основные процессы, это вот жарочные поверхности, там где-то фритюры, и холодильное оборудование, где будет хранение, сделать максимально качественным, а все остальное уже сделать немного подешевле. То есть и в проект, в принципе, мы вписались, как я так понимаю, где-то в чуть меньше 19 тысяч белорусских рублей. Мы, в свою очередь, даем задание на проектирование, на вентиляцию, то есть даем объемы по каждому виду оборудования, по всей открытой кухне. Вот. А задача уже инженерного проектирования и вентиляционщиков — сделать так, чтобы запахи не перемешивались. В квартире при хорошей вентиляции объем воздуха меняется один раз за час. В данном объекте нужно сделать так, чтобы он менялся минимум 5, а лучше 10 раз в час. До этого были какие-то пробелы, которые мы не понимали, как, что там, как будут выглядеть столы, еще что-то. Теперь у нас уже есть четкое понимание этого вопроса, светильников и всего остального. То есть мы сейчас это все, там, кто-то наши друзья, знакомые, которые там занимаются металлом, деревом, они просто нам все помогут это сделать, и это будет достаточно быстро и качественно, что немаловажно.